Учитель узнал, что один из его учеников настойчиво добивался чьей-то любви. «Не требуй любви, так ты ее не получишь», — сказал учитель. «Но почему?» «Скажи, а что ты делаешь, когда в твою дверь ломятся непрошенные гости? Ну вот, когда они стучат, кричат, требуют отворить и рвут на себе волосы от того, что им не открывают?» «Я сильнее запираю ее». «Вот, не ломись в двери чужих сердец, так они просто еще сильнее закроются перед тобой. Стань желанным гостем, и перед тобой откроется любое сердце. Просто люби людей, ведь любовь, хоть она и мала, и незаметна, является тем ключом, который может открыть замок любого сердца. Даже тот, который, ну, давно не открывался и давно не смазывался. Главное, чтобы эта любовь была искренней и не была поддельной. Возьми пример цветка, который не гоняется за пчелами, а, даря им нектар, привлекает их к себе. Любовь – это нектар, на который слетаются люди. Берегите себя, девочки и мальчики. Доброй ночи.